10 лет, так что иногда русский язык у меня возникает с русским языком проблем, но стараюсь приезжать каждый год именно за этим, чтобы послушать, чтобы найти контакт с коллегами, чтобы представить наши результаты исследований. Слушая предыдущие доклады, думаю, что стоит отметить ряд следующих замечаний. Уже в частности было упомянено на самом такое понятие, как Юкатан, метеориты. Это как раз относится к Мексике. Метеориты упали на Юкатан. Осколки метеоритов упали, в частности, на Юкатан, и образовали сеноты в карстовой породе. Потом было упомянено об открытых системах Петровым, и в частности в конце уже упоминалось про календарь Майя и новые циклы периода жизни на Земле, новая эпоха, в которой сейчас мы находимся, это тоже в Мексике, то есть нас связывают многие понятия с этой территорией. И в частности здесь я хотела бы поговорить о том, что у нас есть при разработке вот этой вот схемы оценок социальных экологических эффектов мы политической программы, направленной на охрану окружающей среды в Мексике, у нас существует конкретная задача. У нас существует теоретический поиск, потому что мы находимся в поиске, именно направленный на интеграцию разных дисциплин, не только с естествознания, но также и особенно со взглядом социальной точки зрения. И вот эта интеграция междисциплинарная. Но у нас есть множество проблем, конкретных решений. Вот об этом как раз и речь. Уже также упомянулось, сейчас скажу, Яцеховским, насчет Мальтуса и вот этой демографической бомбы, когда демографический рост находится в экспоненциальной зависимости и не будет хватать потребительских товаров для обеспечения и для чтобы... Вот это прямая задача накормить население. Ну, и в связи с этим стоит отметить разработку политических инструментов, начиная с Стокгольмской декларации и потом в техническом отчете Брундтланд. И в конце концов поставленные как декларация Рио-де-Жанейро в 1992 году, там, где были приняты множество очень важных постановлений, связанных с защитой окружающей среды. В частности, мы упоминаем в связи с чем? В связи с постановкой концепции экологических услуг, о которой пойдет речь в докладе. И 97-й год, Киотский протокол, почему упоминаем? Потому что в этот год были разработаны первые схемы по оплате рекомпенсации за экологические услуги. Понимаем прекрасно, и саммит Йоханнесбурга в конце упоминается, потому что там были введены проблемы бедности, это схемы компенсации за экологические услуги. Прекрасно понимаем и согласны в этом с докладом Яцеховского, опять же, с тем, что все это было создано и разработаны эти инструменты с точки зрения теории капиталов. Понятно, что это устойчивое развитие, оно в основном основано на теории экономики, экономического развития, и потом уже упоминаются какие-то другие возможности сохранения натуральных ресурсов для жизнеобеспечения населения Земли. Но это все очень важно для нас, поскольку мы занимаемся конкретной программой по оплате за экологические услуги. Эта программа, в частности, в Мексике, здесь упомяну сначала этот вопрос, потом вернемся, появилась в 2003 году под влиянием, опять же, это страны развивающиеся, Латинская Америка, с приглашением посетить когда-нибудь не только Мексику, но в принципе обратить внимание на эти страны и на то, что там тоже развивается наука. Я представляю социальную часть, но есть и технические развитые стороны, но также есть исследования по естествознанию, множество университетов и также университеты, которые как национальный автономный университет Мексики входят в список 100 университетов, самых знаменитых и самых почетных на международном уровне. Теперь вернемся немножко к экологическим услугам, к самому понятию, что же представляют собой экологические услуги. Это все блага, продукты, также услуги, которые население, которое общество принимает от природы.
В него входят, и это Millennium Ecosystem Assessment декларирует 4 вида, как прямое обеспечение, в которое входит еда, вода, все продукты лесные, как грибы, ягоды и так далее. Это регулирующие функции, когда идет регуляция климата, гидрологического режима, также заболеваний. Культурные, когда это связано с рекреативной функцией, и базовые функции, без которых не может существовать ни одна другая функция. В частности, в этой схеме по оплате за экологические услуги должны находиться два важных элемента. С одной стороны, те, кто предоставляет, поставщики, так скажем, экологических услуг, и с другой стороны, потребители, которые будут потреблять, использовать эти экологические услуги, и в то же время они как раз и пропорционируют эти оплаты, денежные компенсации за производство экологических услуг. В основном это экологические поставщики, это в третьем мире, так скажем, где мы живем, в Мексике, это относится к коммунальным хозяйствам. Там до сих пор существует и 70% собственности земли в Латинской Америке, она находится в коллективной собственности, это колхозы и совхозы. Вот так, чтобы понять нашу связь с Латинской Америкой. И в случае, когда недостаточно ясности установлен потребитель или пользователь этих экологических услуг, правительство может выступить в случае правительственных схем. Это как раз и есть схема по оплате за экологические услуги в Мексике. Причем это в зависимости от того, какие группы установлены, либо это каптация карбона, либо гидрологические функции. В частности, в Мексике началось с гидрологической функции, куда входит территориально концепция водного бассейна. Когда наверху речного бассейна, там, где все еще сохраняются леса, и в основном здесь уже особенность Мексики, что 90% собственности земли коллективная, пропорционируется экономическая помощь этим хозяйствам, чтобы они сохраняли этот вид использования земли и не вырубали деревья со стороны правительства. Это в правительственной схеме. Сейчас существуют и локальные схемы, конечно, оценки, но вот в 2003 году, после примера Коста-Рики, после примера Колумбии, уже присоединились множество других стран, среди которых Латинская Америка. Важная, интересная деталь отметить. Почему? Потому что в основном страны-участники этих программ занимают банковские кредиты у Международного банка для осуществления государственной схемы оплаты. И, соответственно, большинство этих схем где применяется? В странах третьего мира. Таких, как вот я уже упомянула, Эквадор, Колумбия, Сальвадор, Никарагуа, Бразиль и все наши страны. То есть капитал идет с северного полушария на помощь, так скажем, южного полушария. И об этом множество дискуссий может возникнуть. Это краткая информация по поводу изменения схемы, потому что схема была скопирована с Коста-Рики, и вообще мексиканское правительство любит все копировать. Это характерная черта. В этом мы очень сильно отличаемся. В том, что начали с гидрологической функции, компенсация экономическая, потом присоединили уже каптацию карбона и также биоразнообразие. Потом все это включили в одну единую программу, потом снова выключились программы, и так шло изменение, пока в конце концов не возникла система RED, это Reduction Emission for Deforestation and Degradation, это аббревиатура в частности, и она не отделилась в 2012 году в отдельный проект. Почему? Потому что под эту схему можно особенно большие кредиты взять у Международного банка. И эти схемы остались в числе, в основном это гидрологическая схема и ее разнообразие. Здесь показаны как данные по поводу инкорпорации земельных участков в тысячах гектаров, также как собственников земли. Собственник – это обозначает колхоз или совхоз. Это не один человек, когда здесь идет 272, это собственника
подписаны и установлены аграрной реформой от 3 человек до 600 человек. У нас, например, исследование проводится там, где установленными собственниками, признанными собственниками земли являются 604 человека. И также рост экономической поддержки или, скажем, займов государственных для помощи населению в этой схеме оплаты. Важная другая деталь. Цели, критерии выбора этих зон помощи и также правила оперирования программы, они меняются от года к году. То есть это такая деталь, которая в конце концов становится, у нас есть такое понятие «пунктитис». Это когда пунктуальные действия, первый пункт, второй пункт ты выполняешь, третий, четвертый, намного важнее, чем все в целом. То есть ты должен набрать пункты. Пунктитис от слова «пункт». Набираешь пункты, как в программе. Также в науке. Ты если не публикуешь, ты если не ездишь, ты если не интерактируешь с коллегами, у тебя не набираются пункты. Это вот опять превратилось в программу пунктов. Но где уже пункты по охране природы уступают место социальным факторам? Там, где идет уже проблема, секса, там, где помощь идет в основном женщинам, в основном самым бедным и так далее, в основном самым удаленным участком земли от мегаполисов, когда в Мексике находится город Мехико, один из самых крупных, пятый город по численности населения на земле. Вот. Ну и в конце концов появились множество других схем, не только федеральные схемы помощи или компенсации за экологические услуги, также локальные схемы, фонды ЮНЕСКО и другие. Но в частности, среди вот этих ограничений можно найти отсутствие исследований социоэкологических эффектов и множество других. Здесь кратенькая такая табличка, когда мы попытались систематизировать данные. Потом мы сделали другое исследование, где включили 1800 опубликованных papers, но здесь только так, общая панорама, чтобы представить, как же оно распределено на международном уровне, Латинской Америке и на национальном, то есть Мексике. Можем посмотреть равномерную картинку на счет изучения естественных аспектов, социоэкономических и междисциплинарных на международном уровне в последние годы. Вся эта тема – это в последние годы. То есть это вот актуальность эта тема состоит в том, что совсем недавно появились эти схемы, и в Мексике это только последние декады, как последние 10 лет вот, применяется эта программа, и, соответственно, много недостатков, много возможностей исследований. Вот. На Латинской Америке смотрим по междисциплинарному исследованию практически ничего, и в Мексике только-только появляется достаточно сильной группой, это уже группа, сложилась в исследовании естественных аспектов, но в то же время в социальной части гораздо больше, и особенно в экономической. Почему? Потому что, как я объяснила, эта схема родилась с экономической точки зрения. Теперь Мексико-Сити. Это наша зона исследования. И в частности, можно посмотреть следующие данные. Это сама Мексика, это Юкатан знаменитый, где упали осколки метеорита, это карстовая порода. Мы же находимся в центре страны, федеральный округ, где на территории почти 5000 километров квадратных проживает 20 миллионов жителей. Федеральный округ – это небольшая часть, которая составляет метрополитенную зону города Мехико. И особенная деталь федерального округа, что он почти пополам разделен заповедной зоной, где сохраняются леса, и где как раз 90% территории – это колхозы-совхозы, и урбанизированная часть. В частности, на этой территории сохраняется 12% биоразнообразия страны и 2% биоразнообразия планеты, 43% территории все еще покрыты лесами, стоит сказать все еще, потому что это большое влияние мегаполиса, это большая и высокая стоимость земли или рентабельность продажи, на что идут колхозы, совхозы, они дезинтегрируют свою территорию и продают, хотя это нелегально. Как остановить? И вот правительство вводит
как остановить вот эту продажу нелегальной земли, которая сопровождается дефорестацией, то есть вырубкой деревьев. Угу. А что делать городу Мехико, потому что эта территория очень важна не только с точки зрения биоразнообразия, но также с адаптацией подземных вод. Угу. Тогда на правительственном уровне введена была программа по плате за экологические услуги в этой части территории функции оплаты за гидрологические и экологические услуги. Вот. Ну и наша, в частности, зона исследования, она заключается в районе Тлакпан, делегационность это районы по-русски, и в частности в этом колхозе, который насчитывает 7000 гектар, и 45% его территории все еще покрыты лесами, хотя уже деградировали. 2004 года колхоз постоянно, коллективное хозяйство, мне больше нравится употреблять колхоз, звучит, может быть, не так корректно, не выражая всю сущность, а коллективное хозяйство это да, когда коллектив слаженно управляет своими хозяйствами, своими природными ресурсами, принимает участие в этой программе, в государственной федеральной программе с 2004 года, постоянно включая новые территории. И в частности вошел в первую локальную схему в 2012 году. Это вот панорама, чтобы вы немножечко познакомились с Мексикой и с нашим районом Сан-Мигеле, Санта-Томас, Ахуско. Ахуско это горы, это 3400 метров над уровнем моря. И город Мехико называют самым высоким пляжем на Земле, потому что город Мехико располагается в речном бассейне на высоте 2240 метров над уровнем моря. Дышать труднее и так далее, влажность меньше, но интересное место. Это вот панорама коллективного хозяйства, у них даже есть свой собственный музей, потому что они возникли как коллективное хозяйство еще до прихода испанцев. И это важнейшая деталь. Почему? Потому что им уже 6 веков. В частности, наше исследование началось с интересом к зоне резервации. Как я сказала, федеральный округ разделен на две противоположные по своей функциональности части урбанизированной территории и заповедная зона. В 2009 году, когда была произведена оценка эффективности трех национальных программ, и когда мы пришли к выводу, что надо проводить, что от одной зоны к другой результаты будут меняться. И это только шла социальная часть, без включения естественных параметров. И тогда пришли к выводу, что нужно провести исследование на локальном уровне, в частности, об одном коллективном хозяйстве. И с течением обстоятельств, это уже личное знакомство возникло с комиссаром, и это слово именно так переводится, комиссар, представитель, самый главный представитель местной власти, прям как революция, да? Да, мне даже приятно. Провести это исследование, и, конечно, никакое исследование не проводится, если нет фондов. Вот тут я уже видела на добровольных началах и так далее. В Мексике так, есть деньги, будет исследование. Нет денег, на добровольных исследованиях мало куда можно уехать, ну хотя тоже. Вот, зарплата, она на той зарплате, чтобы вот ее туда и тратить, ну, на исследование. И в конце концов, вот в этом теоретическом поиске, это вот единственное, что мы нашли, как бы более-менее подходящее, и рожденное тоже с теории капиталов. Как раз разделяя капиталы на природный капитал, гуманитарный, социальный и построенный капитал, это, пожалуй, единственное представление, так скажем, теоретической концепции, когда они соединяются, все эти капиталы. Почему? Потому что экосистемные услуги, они располагаются в зоне природного капитала, но обычно их рассматривают отдельно, а здесь она входит в структуру, входит в фундамент пирамиды, когда уже над природными ресурсами возникает гуманитарный социальный капитал и в конце концов построенный. Построенный капитал мы не рассматриваем в данной ситуации и только останавливаемся в этом случае на населении, на экологических услугах, на природных ресурсах и влиянии программы. И программа для нас, она находится как раз посерединке между этими двумя капиталами. И наша задача как раз оценить эффективность. Для оценки программы как социальный капитал
провели оценку множества публикаций, тем не менее выбрали наиболее считаем подходящую в данном случае теорию коллективной деятельности Эллену Рострум. Это Нобелевский лауреат 2009 года по экономике она получила. И природные ресурсы общественного пользования. С применением таких методов и частных техник, как интервью, как опросники и так далее. Чтобы, с какой целью? Чтобы узнать восприятие населением эффектов программ. Какие блага приносят программы или никакого эффекта не производят. А также узнать для этого, какая организационная функция существует в этом коллективном хозяйстве. Для оценки экологических услуг и программы, как естественно капитала, как природного, мы выбрали, поскольку эта функция оплаты относится к гидрологической, мы остановились пока что на выборе теории стока подземных вод. Джозеф Тодд, венгр, в 2002 году опубликовал свою теорию гидрогеологической функции. И с такими методами, как ролевые работы, офисные работы для объединения всей информации, а также проведение мониторинга подземных и поверхностных вод. И здесь немножечко вот фотографии, чтобы вы посмотрели. Это водные ресурсы поверхностные, но они все имеют временный характер в основном. Замечательно. И, в общем, у нас множество результатов, множество, так скажем, идей возникающих, но тем не менее мы вот можем поделиться с первыми публикациями, которые выходят по оценке социальной части, основанной на таких критериях, как общие данные, время функционирования программы, экологические выгоды, социальные эффекты, экономические эффекты среди населения, среди тех, кто участвует в этой программе, потому что не все жители могут участвовать, и только небольшая часть, которая определяется вот в этой группе. Группа техников, которые участвуют в лесотехнических работах и которые управляются главнейшим, как сказать, участником, это лесник. По-русски перевелся бы технический, как лесотехник, или как его перевести правильно, я его определяю как лесник. Без него все разваливается. И еще главный момент, который может помешать всем исследованиям и вот этой проекции хотя бы на средний период, хотя бы на 5 лет исследований, смена представителей местной власти. Если мы посмотрим, коллективное хозяйство управляется ассамблеей, где выбирается президент, он же комиссар, простонаречий, со своим комитетом по наблюдению, секретарем, первым секретарем, и с бухгалтером, или как еще можно назвать, кто считает деньги. Вот. И с другими продуктивными группами, также с комиссией по воде и с другими секретариатами. И в этой части вот, технически, все лесотехнические работы ведутся под влиянием лесника. Когда поменялось представительство, в 2010-м вошли одни представители одной группировки, так скажем, в 2010-2013-м, в 2013-м идут перевыборы и выбирается другая линия, так скажем, действия, и убирают фигуры лесника. Что происходит? Теряется все, что было накоплено, теряется все, что было произведено до этого. И это, ну вот, в социальном плане это очень важная проблема. А так находится множество позитивных факторов социальной точки зрения. Во второй части были произведены также работы, с которыми можем поделиться, гидроклиматологического анализа с официальными данными, с Национальной комиссией по воде и с Национальной метеорологической комиссией. Также проведены полевые работы, когда было подняты 60 точек наблюдений, из которых выбраны только 15 родников для наблюдения. Почему? Потому что они как раз вот по теории Джозефа Тодда отражают динамику, гидрогеологическую динамику. Вот. Также по климату, по официальным данным. И для локального наблюдения была установлена наша метеостанция, переносная, но мы ее на постоянное действие определили. И в конце концов, вот наши идеи, вот наши проблемы,
вот этого объединения, потому что опять получается вот этот концептуальный треугольник капиталов. А как их соединить? Для социальной теории одно, и для природных факторов другое. Как их соединить? Вот идея пока возникла провести профили гидрогеологические сверху наложить социальный фактор плюс использование земли, так называемые социоэко-профили, в вертикальном направлении и в горизонтальном направлении. Это идея. Вот мы над ней сейчас работаем, надеемся представить результаты в скором будущем, но надеемся, что мы идем по правильному пути для интеграции данных. Благодарю за внимание. Отчетница России, вы производите данные исследования. А, научная деятельность? Да. Это мой проект. Я понимаю. А с точки зрения, вы от России представляетесь, от какой? Нет, от мексиканского учреждения, которое называется El Colegio de Mexico, но мы сотрудничаем. То есть вы уже работаете на Мексику? Да, я уже 10 лет работаю на Мексику. После института уехала. Вопрос. Скажите, пожалуйста, там существуют крупные частные землевладения? Крупные нет, но мелкие да. И средние. Нет, подожди, крупные не существуют. И существуют мелкие и средние земли владения в частной собственности. Так, что такое средние и существует ли давление средних на мелких? О, какой интересный вопрос. Мы им не занимались, но. Ваше мнение. Мое мнение, что, конечно же, да. Конечно, да, да? Конечно. То есть процесс возможного укрупнения средних хозяйств, да? За счет мелких? За счет мелких. Абсолютно верно. Пожирание мелких хозяйств. Понятно. Спасибо. Но в этом случае маленький комментарий. Когда правительство установило эту программу, оно так и определило. До 50 гектар для частных собственников. Это мелкие собственники. Понятно. Можно еще вопрос? А средний? А средний это 200 гектар и выше. Существуют какие-то критерии вот, при приеме в коллективное хозяйство для людей? По деловым, кажется, по морали, и как они там выживаются? Невозможно войти в новым участникам, только если сам по аграрной реформе есть такой документ, что ты являешься коллективным собственником земли, у тебя есть документ. Вот либо умер он и передал свой документ сыну, либо добровольно сдал свои полномочия заранее сыну. И вот только с этим... Территориальный выбор, да? Территориальный выбор, да. То есть это территориальные установки. Невозможно войти новым членом в коллективное хозяйство. Это только старые признанные собственники земли. Но интересно, конечно, очень, очень разные динамики.